Всем бодрого времени суток, меня зовут Шура, азиатского контента любитель, и я приветствую вас в зеленой комнате. 9 мая обычно люди ждут, потому что это праздник, а кей-поперы ждали 9 мая, потому что в этот день должны были камбэкнуться Tomorrow by Together. TXT-шечки вернулись у нас с очередным мини-альбомом, который мы сегодня с вами будем посмотреть. Очень многообещающий концепт, судя по промо-материалам, так что я прямо в нетерпении. Я думаю, про TXT-шек что-то рассказывать не обязательно, и так все знают. Агентство Big Hit, тогда еще Entertainment, дебютировали в 2019 году весной. Капец, уже получается 3 года прошло. Быстро время летит. Ладно, все, давайте. Я прям в нетерпении, очень хочется. Я прям весь день сегодня терпела. Когда же можно посмотреть React? И давайте будем смотреть. Она. Toolset. И едем. А, ну да, Big Hit Music, блин. Картиночка другая. Тюнингай? Это что за хрипотца у тебя тоже появилась? Субинчик. Перемотаем. Вот еще чуть-чуть. Капец. О, какой капец! Там в инструментале творится! Блин, прихорус охренительный просто! I like them back.
Простите! Чё Май творит в этом году? Чё вот они все творят? Это что такое вообще? Это кто им так разрешил делать? Это зачем? Ой, батюшки! Просто всё охрененно от начала и до конца. И вокал, и визуал, и инструментал. Я очень редко ставлю на паузы в процессе просмотра. Но здесь я не могла не остановить, потому что это как... Это кто им разрешил вообще? Ой. Так, давайте в кучу собираемся. Шурочка, давай. Давайте разберем весь этот беспредел. С музыкальной точки зрения возьмем. Очень-очень-очень мне нравится, что они двигаются вот в этом рок-вайбе. То, что у них много электрогитары и, блин, короче, ну прям роцк. Такой прям, ух. И он такой мрачный, он так вкусно мрачный, инструментал. Я уже забыла, что там было, там вот какие-то такие... Знаете, как в блокбастерах такие вот, когда что-то там, разлом каких-то, не знаю, чего-то. Короче, какой-то механический звук, я не знаю, как его описать. Ну вот, не знаю, там с инопланетянами когда дерутся, и там что-то падает большое, и вот это такой... Откуда-то, блин, я, не, короче, не смогу объяснить. Надеюсь, вы меня поняли, вот этот звук там был очень в кассу. Гитарочка охренительная. Во втором, по-моему... куплете какая-то мрачнина творилась, по-моему, когда Ёнджун, у Ёнджуна партия была, очень классная была. Куплеты классные, прихорус, это просто что-то какие-то такие оперные вайбы, вот знаете, не знаю, там призрак оперы мне почему-то резко вспомнился, но тут еще и кладбища какие-то были, короче, куплет классный, постхорус охренительный. Короче, все просто на высшем уровне. Я не знаю, тут придраться вообще не к чему. Хоряга какая хоряга. Ой, какая хоряга. Они там все какие охренительные. Вообще, вот эта вот концепция с кладбищем, то, что там, типа, камера смотрит в небо, как, ну, как будто бы это в могиле вырыто, и они там цветочки эти кидают. Короче, мысли в кучу собрать не получается. Я не знаю, простите меня, пожалуйста, но это очень сложно после такого. После просмотренного. Ой, good boy gone bad, блин. Заметно! Чё, вспомните, чё они делали во время дебюта, и вот сейчас чё произошло? 3 года, дети! Это противоестественно! Незаконно! Я подаду на вас в суд. Подпишу все петиции. Вообще в этом альбоме все классно. Я его когда слушала, ну то есть остальные все треки я прослушала, только на последнем треке я вспомнила, что я слушаю кей-поп альбом. Потому что, ну, я сейчас по названиям не буду ничего говорить, я не помню, там opening какой-то был, потом trust что-то там, вот эти вот первый, третий трек. Это прям очень западное звучание, прям не кей-поп. Если бы мне это включили, и я вот, ну, как бы не вслушивалась в то, что это другой язык, я бы подумала, что это какой-то там забугровый трек, что один, что второй. Четвертый трек, Lonely Boys, по-моему, или что-то такое там название, он вообще... Такое ощущение было, что я ККХ-шек каких-то слушаю, не знаю, там, Гири Боя или Ванштейна, вот у них бывают такие, знаете, вроде хип-хоп, но он такой какой-то лиричный такой, ну, не жесткий, не трэп, а вот именно, короче, легкий такой хип-хопчик, вот, ну, то есть...
не кей-попское, опять же, звучание, а в последнем треке уже ближе, ну, там такие, типа, ретро-вайбы а-ля 90-е какие-то музло, вот такое было. И то все равно, ну, как бы, когда делают такие ретро-штуки в кей-попе, они все равно как-то по-другому звучат. У них они более тоже западное, что ли, было звучание. Я, короче, не знаю, они куда-то вообще шагнули в совсем другое направление. Мне нравится, что они в этом направлении двигаются, потому что они вот реально выделяются на фоне всех остальных групп. Ну, я не знаю. Ну, вот этот трек звучал по-кей-попски, естественно, иначе бы он не стал заглавкой, но все равно он другой кей-поп, не такой, как мы привыкли слышать. Мне очень это нравится. Парни вообще просто, я их обожаю. Я искренне извиняюсь перед ними, то, что я их не понимала. Ну, в принципе, это вкусовщина, чего уж извиняться. Ну, вот не по пути нам было до 2021 года, не понимала я вашу музыку. Хоть и слушала, очень сильно старалась вникнуть. Парни-то молодцы, как группа, они мне всегда интересны были. Но вот музыку я не могла их слушать. Ну, вот как-то что-то не заходило. А случился 21 год и алга. Все, я не знаю, что вам еще говорить. А, по треку же, по смыслу. Про любовь, то, что любовь, короче, настолько причиняла боль человеку, что вот он все, все хорошее в нем умерло, и он стал плохим. Все, ну то есть, типа я этой болью просто убил себя, убил этого хорошего мальчика внутри меня, и все, я стал... Хороший мальчик стал плохим, и теперь, короче, уже не будет как иначе, не сможешь ты об меня ноги вытирать и делать мне больно, потому что больно делать уже нечему, сердца там нету, оно уже все вдребезги, я похожу просто как зомби-оболочка и пустая, то есть внутри уже нечего ломать, все, я вот такой холодный теперь, плохой. И, в принципе, образы в клипе это передали достаточно показательно. Потому что вот реально вот этот взгляд камеры из дна могилы, то есть они все, они самих себя типа хороших похоронили, и сейчас мы вот такие типа краши, холодные принцы, без сердец, и короче, держите меня семеро. Все, охренительный камбэк! Это что такое? Почему мне не попадаются никакие не очень работы? Это же умереть можно! Только хорошего контента. Эх, май-май, сведешь ты меня в могилу. Буду я там, будете мне тоже вот цветочки бросать. О, ладно, все. Вот мои любимые треки у TXT. Вам всем спасибо, что посмотрели. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого камбэка. А я все. Всем пока-пока.